Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня оладушки пиццы, буду замешивать тесто. Для него мне понадобится 250 миллилитров кефира. Заливаю в большую тарелку. К нему я добавляю разрыхлитель. Вбиваю 2 яйца. И добавляю 160 граммов муки. Перемешиваю. В тесто я добавлю еще соли, немного перца. И пусть оно пока дожидается своей очереди. А очередь у нас пришла к овощам. Итак, в начинку я положу перчик. Осталось нарезать помидоры и ветчину. Все. Осталось добавить сыр и все перемешать. Да, и еще пошинкую обязательно зелень. Начинка отправляется в тесто. Осталось добавить сыр и дальше будем печь оладушки пиццы. Оладушки пекутся, самое время порезать зелень. Оладушки пиццы готовы, сверху посыпаю еще зеленью, последний штрих и завтрак готов. Приятного аппетита!